15 октября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Лянкяранский район. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили новый памятник великому лидеру, воздвигнутый в парке памяти Гейдар Алиева в городе Лянкяран, возложили к нему цветы. Глава исполнительной власти Лянкяранского района Талик Гарашев проинформировал президента Ильхама Алиева и его супругу о работе по благоустройству, проделанной в парке памяти Гейдара Алиева.